I'm fed up with changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see the light. Друзья, всем привет! С вами информационный портал Крым Онлайн. Сегодня, как вы поняли по названию этого видеоролика, мы находимся в поселке Кострополь, южного берега Крыма. Друзья, если вы приехали отдыхать на ЮБК, то обязательно посмотрите этот ролик до конца, и вы узнаете, что есть самые обалденные пляжи, и они находятся здесь. Ну что, пошли посмотрим, как здесь обстановка. Мы сегодня выбрали самый красивый пляж. Он больше приравнивается к дикому, но я вам покажу еще общественный. Пойдем. Смотрите, какая здесь была чудесная площадка. Спортивная, прям с видом на море. Подобное место есть, кстати, на Массандровском пляже. Там тоже очень хорошо оборудована спортивная площадка. Многие приходят туда, занимаются спортом и отдыхают с видом на море. Так что посмотрите наш ролик «Массандровский пляж». Мы делали уже обзор, по-моему, даже не один раз. У нас есть два ролика. Я думаю, сейчас выскочит подсказка и будет в описании ссылочка. Вот такие вот красивые тут места. Мы выбрали более такой дикий пляж, поэтому сейчас с вами пройдемся к городскому. Посмотрим, что же там за пляж и какое море, чистое или нет, сколько людей. Смотрите, здесь вот такой вот еще пляж, в основном бетонные плиты, людей здесь нет. Вот такое вот место. Здесь, конечно, не очень удобный вход в пляж, ой, точнее, в море. Ну, в принципе, здесь можно просто позагорать, отдохнуть. Как видите, людей здесь нет. Так что вот такое вот место. Как раз пока купаться нельзя, можно для себя выбрать именно такой укромный уголочек. Пойдем дальше. Смотрите, какие здесь домики красивые. Террасы там с видом на море. Просто прекрасные. Какие-то вот металлические конструкции, не знаю, что это. Возможно, это тоже какие-то террасы были, возможно, даже с выходом на море. Может, какие-то лестницы вели на море, спускались. Ой. В общем, все сейчас покажем, расскажем, что здесь есть. Подходим уже ближе к городскому пляжу. Вот смотрите, что с водой творится. На поверхности очень много мусора, вот здесь, немножко дальше, но люди купаются. В основном, очень жаль, но купаются дети, взрослые плавают, но в основном дети все-таки резвятся в воде. Но ситуация вот такая вот. Сейчас пройдем на пирс, посмотрим еще водичку немножко дальше от берега. Напоминаю, что официально пока еще купание запрещено, так что учтите, мы делаем обзор этого пляжа просто для того, чтобы вы знали, что есть такое красивое, замечательное место, куда можно приехать, возможно, здесь отдохнуть, именно полностью провести свой отпуск, а возможно, просто приехать на день и здесь провести хорошо время. Так что мы не призываем никого купаться. Мы не призываем купаться именно сегодня, именно сейчас. Это выбор каждого человека. Мы просто делаем обзоры
прекрасных мест южного берега Крыма. Вот такая вот ситуация с водичкой. Здесь, как вы видите, нет мусора. Не знаю, конечно, пользуется ли спросом этот пирс, заходят ли сюда какие-либо кораблики. Может, если кто-то знает, напишите обязательно в комментариях. Будет очень-очень интересно узнать, какие сюда ходят маршруты. А возможно, здесь просто ставят свои лодки, частники и катают людей на экскурсии. Посмотрите, какая красота, какое красивое море. Цвет просто супер. Вот такие вот места есть у нас. Прекрасный пляж с видом на горы. Вы посмотрите, какие здесь виды. Здесь можно сделать просто шикарные фотографии. Я думаю, что все ваши друзья, знакомые оценят такие вот места и такие виды. А вон, видите, кстати, вдалеке человек все-таки отдыхает кто-то. Наверное, вам не видно. Ну, в общем, люди есть. Вы только посмотрите, как размыло здесь камень. Такие маленькие-маленькие-маленькие дырочки на нем появились. Очень похоже на сырные скалы, которые находятся в Малореченском. Скоро мы тоже туда поедем, сделаем обзор. Ну вот, кусочек скалы, ну, очень похож своим видом на эти сырные скалы. Возможно, у нас скоро тоже на южном берегу появятся свои сырные скалы. Будем ждать, пока море их сделает. Мы уже подходим к территории общественных пляжей Кострополя. Здесь уже есть разные магазинчики, разные ларёчки. Там мы, по-моему, где-то прошли, не знаю, где именно. Написано туалет. По-моему, он стоит 25 рублей. Сейчас проверим. Если где-то увижу, скажу. Но вот мы проезжали, я где-то видела. А сейчас проскочила. Кастрополо. Вот такой вот Кастрополо. Кафе-бар. Ну, а вот вход на общественный пляж Кастрополь. Здесь есть кафешка прямо на берегу моря. Пишут, что есть трансляции футбола. Так что, если вы приехали с семьей, муж хочет посмотреть футбол, а вы отдохнуть на море, то вам сюда. Вот я нашла информационную табличку о том, что здесь проходят морские прогулки, экскурсии. Все это в частном порядке, скажем так, частники организовывают. Вот такая вот информация. Так что, если кто-то захочет, можете из Кастрополя отправиться на морскую прогулку. Вначале я вижу уже информационную табличку со всеми номерами. Температура воздуха 22, температура воды 20. О, привет! Разные развлечения для деток есть. И вот мы уже потихонечку спускаемся к пляжу. Посмотрим, какая ситуация на пляже, какие услуги есть. Вот сразу вижу предупреждение, что купание запрещено. Спасение не осуществляется. Везде есть таблички, так что людей уведомили. Смотрите, как размыло пляж после наших дождей, после наших наводнений в Ялте. Вот такая вот ситуация.
Я видела фотографии. К началу курортного сезона пляж был готов полностью, оборудован, выровнена пляжная карта. И вот сейчас такая ситуация. Как вы видите, очень много вот таких вот косогоров из камней. К сожалению, вчера опять прошел дождь, и здесь все затопило. Вот работают спасатели, ребята. Вот такие урны здесь есть, смотрите, специальные для каждого мусора отдельно, для пластика, для стекла. На пляже есть душ. Вот. Сейчас проверим, работает или нет. Так. Вот. Так, водичка льется, так что душ работает. Ну, все в порядке, все хорошо. Уже услуги я вижу. Смотрите, здесь есть разные бунгало. Есть вот такие вот усеянные небольшие тропинки, да, дорожки. И вон я вижу еще шланг для того, чтобы можно было ножки помыть. Ну, давайте лучше это все. Вот такой вот пляж. Людей сейчас не так уж и много, потому что сейчас жара. Многие уже пошли домой отдыхать, кушать. Ну, а мы с вами вышли пройтись, посмотреть. Вот такие вот бунгало. Эти почему-то не работают. А вот здесь вот стоят внутри по два шезлонга. Так что шезлонг можно поставить как и в бунгало, так под навесом или просто на солнышке, смотря как вы любите отдыхать. Ой, нравится ли вам, прошу прощения, нравится ли вам солнышко или тенечек. Вот такая вот красота, друзья. Аренда шезлонга здесь 250 рублей на целый день. Есть медпункт, кстати. Раздевалочки. И там есть тоже такие маленькие комнаты отдыха. Мы с вами сейчас туда пройдемся и посмотрим, чем же они оборудованы. Ступенечки. Друзья, что я хочу вам сказать. Видите, до сих пор остатки воды льются. Силами местных предпринимателей были сделаны вот такие вот водоотводы для того, чтобы на людей не капала вода. Поэтому все, что здесь сделано, это сделано силами местных жителей, силами местных предпринимателей и их средствами. Здесь, кстати, тоже шезлонг 250 рублей стоит. Но в основном только компании здесь отдыхают. Вот, даже есть туалет. Ну что, пройдемся, посмотрим еще дальше. Пляж я вам немножко показала. Здесь сочетание очень мелкой гальки с песком. Так что отдыхать будет комфортно как на шезлонге, так и на подстилочке, полотенчике. Вот разные здесь пляжные вещи. И развлечения на воде, смотрите. Огромный спасательный пост. Еще одна раздевалочка. Смотрите, какой высокий. Я еще таких не видела. Обычно какие-то маленькие такие, не очень качественные, я бы так сказала. А здесь прям такая большая, высокая, хорошая вышка. До сих пор льется вода. Вчера опять пляж затопило, и утром пришлось снова убирать кучу мусора и выравнивать пляжи. Так что, ой, смотрите, какие красивые. Друзья, поставьте лайк этому видео, мы очень стараемся. Ищем для вас уникальные места отдыха. Вот смотрите, какая красота здесь. Я даже не знала о таком месте.
Ну что, пойдем все на вторую пляжную карту, посмотрим, что там, как там обстоят дела с водичкой, с услугами, и пройдемся потом по набережной, посмотрим набережную. Вот, как вы видите, огромные вот такие вот камни. Видно прям, что до сих пор стекает вода. То есть еще не до конца устранили все последствия наводнения. Здесь просто текли огромные реки. Ну и, как вы видите, пляжная карта очень сильно пострадала. Остались вот такие выемки от воды. Вот, видимо, все это было закопано. Вот, вот эти кусочки такие оборванные металла. Наверное, они были закопаны, их не было видно, и это все просто поразмывало водой. Сейчас перекрыт спасательный пост, потому что спасание не осуществляется, и официально нельзя купаться. Что я еще хочу сказать для тех людей, которые интересуются купанием, да, интересуются, так сказать, как власти города, власти муниципального образования борются с теми людьми, которые все-таки заходят в воду, я вам скажу, борются никак, потому что не имеют права они ничего запрещать. Я сейчас поговорила с местным предпринимателем, да, хотела уточнить, почему же все-таки люди купаются, почему людям не запрещают, и она объяснила это тем, что Конституцией вообще запрещено что-то кому-то запрещать. Ну, как-то, да, вот прикольно звучит. Но официально, да, людям нельзя запретить купаться. Можно просто их предупредить, сообщить о том, что купаться нельзя, это опасно для их здоровья. Но официально выписать штраф, наказать как-то, они просто не имеют права. Поэтому все, что происходит сейчас на пляжах, купание в море, это все на совести тех людей, которые заходят туда и купаются, и разрешают купаться своим детям. Официально проходят по всей Ялте рейды, да, людей пытаются предупредить, остановить, но у всех, так сказать, своя голова на плечах. Вот еще один пляж, дальше есть еще пляжи, мы сейчас посмотрим на них. Вот еще информационный стенд. Здесь не указана температура воды и температура воздуха, но есть информационная дощечка, что купание запрещено. Пойдем дальше, посмотрим. Прошлась в конец набережной. Друзья, вы посмотрите, какая здесь красота. Здесь есть небольшая парковочка возле вот этого центра, да, отдыха. Забыла, как он называется, сейчас узнаю. Нептун, по-моему. Что хотела рассказать. Вот здесь есть такие домики для тех, кто хочет отдохнуть, для тех, кто хочет отдохнуть вот с таким вот прекрасным видом, как я только что показала. Оборудованы вот такие вот красивые домики, полностью из дерева, со своей такой как придомовой территорией, можно сказать. Есть навесы, есть стульчики, столики, зона барбекю. Стоимость такого домика будет стоить вам 8000 в июле и 9000 в августе. Двухэтажный дом будет в вашем распоряжении с видом на море. Рассчитан такой дом на 8 человек. Вот такая вот красота. Посмотрим с вами еще сейчас на две пляжные карты последние. Людей, как вы видите, достаточно много. Многие приходят сюда со своими зонтиками, подстилочками, полотенчиками, потому что здесь уже нет шезлонгов. В основном все вот эти пляжные услуги, они только на первой пляжной карте. Вот это все-таки, как я сказала, Нептун-центр. Тоже место, где вы можете поселиться. Так что заходите на наш портал, смотрите все услуги, все места отдыха. Раздел «Где остановиться» поможет вам выбрать самые прекрасные места для вашего отпуска. Сейчас вместе с вами пройдемся по набережной и
и будем уже возвращаться к нам, так сказать, поближе к еде. Вот такая вот красота, вот такое вот прекрасное место, друзья. Надеюсь, многие из вас приедут сюда отдохнуть, приедут сюда купаться. Сейчас пока еще запрещено, но как только можно будет, обязательно посетите эти места. Просто удивительное место, потому что здесь очень много хвойных деревьев. Мы ехали, очень много высажено кипарисов. Прекрасное место для тех, кому нужен свежий воздух. Здесь раньше был санаторий Кастрополь, были медицинские центры, разные танцевальные площадки. Было все оборудовано для отдыха людей. Но сейчас, к сожалению, остались только вот частные какие-то дома, пансионаты, гостиницы. Но отдых, тем не менее, еще существует. И приехать сюда нужно обязательно. Хотя бы раз в жизни, друзья. Как вы видите, последствия еще наводнения остались. Существует очень много луж, таких грязевых, может. Так что еще нужно все убирать. Ну, я думаю, что силами местных жителей, предпринимателей в скором времени все это уберется, наладится, и вы сможете уже отдохнуть, приехать в такие прекрасные места. Вот такая вот ситуация на набережной. Прекрасное место для отдыха, для вечерних прогулок. Здесь очень много теневых мест, потому что вся набережная просто закрыта деревьями. Кроны деревьев создают очень приятную тень. Смотрите, до сих пор течет везде вода. К сожалению, это пока не исправить, никак не изменить, так что будем ждать, пока ситуация наладится. И, соответственно, уже почистят пляж и все уберут. Ну что, друзья, пойдем дальше, обратно уже к нам. Посмотрим, готовы ли шашлыки. Надеюсь, вам это видео очень понравится, вы его оцените лайком. А если вы на канале впервые, то, конечно же, подпишитесь на наш канал, потому что мы стараемся делать самые классные, самые интересные ролики, давать вам самую полезную информацию и находить очень красивые места. Сейчас мы будем ездить по южному берегу Крыма, выезжать уже по Крыму кататься и показывать вам намного больше и намного, точнее, намного больше интересного контента, вот так вот, потому что сейчас такая погода непредсказуемая, дожди постоянно обещают, и мы еще не можем так поехать сорваться куда-то на несколько дней, боимся, что все-таки можем попасть под дождь и просто просидеть в номере. Будем ждать уже хорошую погоду и ездить путешествовать. Друзья, вы посмотрите, какие там собаки ходят. Попробую их догнать. Просто такие красавцы. Ой, камешек попал. Они прошлись по луже, мы обойдем, конечно же. А, они за хозяином идут. Я думала, они просто гуляют. Думаю, ничего себе, собачки гуляют какие крупные.
Вот смотрите, какие они классные. Как они прикольно идут. Жарко им, наверное. Мало того, что мохнатые, так еще и темные. Ой. Ну, смотрите, идут за хозяином, не отстают. Привет! Боже, какая ты большая! Привет, привет! Не кусается? Можно даже погладить. Вроде недавно шли, они еще тут зеленую травку щипали. Сейчас смотрю, выгорело. Привет! Тебе жарко, да? Жарко. Иди скорее в море. Какой хороший. А ты чего отстаешь? А ну скорее догоняй. В море скорее купаться. Как же без тебя? Смотрите, как он прикольно идет. Друзья, для отдыха мы выбрали вот такое вот чудесное место. Находится оно немножко дальше от общественного пляжа Кастрополь. Здесь вот такая вот стояночка для автомобилей. Но нам это место приглянулось тем, что здесь есть зона для шашлыков. Местные жители любезно приготовили здесь небольшой мангал, зону отдыха в тени, где можно пожарить шашлыки. Ну и мы, конечно же, остановились здесь, потому что мы сегодня приехали с мясом. Так что будем жарить шашлык и круто проводить время. Вот такой вот здесь пляж. Я бы сказала, пляжной карты здесь нет. Здесь вот такие вот большие камни. Ну, посмотрим, можно ли зайти в море или нет. К сожалению, море до сих пор грязное. Информации о том, что купаться можно, пока еще нет. Так что, ну, не знаю, будем рисковать, наверное, так сказать, на свое усмотрение. Если будет грязная вода, то, конечно же, не пойдем. Вот такая вот красота, друзья. Сейчас мы с вами пройдемся немножко дальше. Как видите, оттуда выезжают машины. Там тоже есть небольшая парковочка. Ну, точнее, все останавливаются и паркуют автомобили вот на вот такой вот набережной, я бы ее так назвала. То есть, ну, в принципе, место для прогулок, да. Лавочек здесь нет, урн нет, но все же она более-менее обустроена. Вон там вот люди купаются уже. Мне очень понравилось. Здесь от одного камня к другому, к более большому, протянут трос. Видимо, там есть камни, можно аккуратно держаться и проходить по камням вон к тому большому, который находится в море. Там есть ступенечки, можно переходить с камня на камень. И, скорее всего, оттуда люди прыгают. Так что место просто шикарное. Есть где отдохнуть, есть где поплавать с маской, с трубкой. Приезжайте сюда, отдыхайте. Очень-очень классный пляж. Напоминаю, что, по-моему, сейчас купаться еще запрещено, так что приезжайте просто хотя бы оценить такие прекрасные виды. Кастрополь находится практически возле Фароса. Это крайняя точка, по-моему, южного берега Крыма.
Вот такая вот красота. В этой стороне, там, где немножко больше камней, мусора в море не так много. Море более чистое, поэтому если мы сегодня и пойдем купаться, то, скорее всего, именно сюда. Лучше пройтись немножко, чем плавать, так сказать, в грязюке. Я вот вижу, что люди еще спускаются сверху на пляж. Сейчас посмотрим, может, туда идет тоже тропинка, чтобы можно было прийти пешком, спуститься, не на машине подъехать, потому что не у всех есть свой личный транспорт. Многие спускаются. И, по-моему, кстати, если вы решите в Кастрополь приехать своим ходом, то маршрутка останавливается только на остановке Верхний Кастрополь, который находится на шоссе. Поэтому там вам придется спускаться и подниматься пешком. Как вы видите, пляжи здесь более обустроены в этой стороне. По-моему, здесь есть мелкая галька. Ну и, соответственно, людей здесь уже, конечно же, больше, чем на камнях. Многие приходят вот со своими зонтиками. Кто-то уже установил палатки. Вот такая вот красота. Спускаться я уже не буду, просто посмотрю со стороны, какая здесь обстановка. Море здесь тоже немножко грязное, плавает такой небольшой мусор. Но, как видите, очень много детворы купаются. И вон там вдалеке есть лестница. Написано «Туалет наверху 200 метров». Этот пляж. То есть подняться наверх даже есть туалет. Вот такая вот красота здесь. Друзья, пишите в комментариях, как вам этот пляж. Кто здесь был уже? Возможно, кто-то здесь уже отдыхал. Я здесь первый раз. Мы сюда придем. Да? Здесь хоть водичка чистая. Так, вот смотрите, какая вода. Чистенькое море видно. Точнее, дно видно. И вот такие камни. Ну, я могу сказать, что вот такие пляжи мне нравятся намного больше. Они вот какие-то особенные. Ну что, пойду помогать дальше распаковываться. И встретимся с вами буквально через секунду для вас. Ну, а для меня немножко позже. Друзья, ну вот закончился наш прекрасный день. Мы сегодня с вами посмотрели пляж в поселке Кастрополь южного берега Крыма. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, вы приедете сюда отдыхать. Обязательно здесь остановитесь со своей семьей и проведете свой незабываемый отпуск. Мы были очень рады, что вы выбрали именно наш видеоролик для просмотра. Надеюсь, вам он понравился и вы поставите ему лайк. А те, кто на нашем канале впервые, обязательно подпишитесь на наш канал. Мы будем очень рады вашей поддержке. Ну что, до встречи. Мы погнали дальше.